правильно сегодня подняли, встал очень серьезный вопрос. Это снабжение водой. Весь половину процентов, наверное, 30 нефтеперерабатывающих завода, находящихся в Омске, это снабжение горюче-смазочными материалами с северных территорий. И когда буквально месяц назад был представитель правления «Газпрома» Эмиль Алексей Борисович, они обсуждали эту проблему понижения уровня реки. Вот. И когда он тоже приехал к нам, обозначил, что эта проблема действительно стоит очень остро на сегодня, потому что мы, если не предпримем каких-либо мер, то, соответственно, можем остановить и снабжение севера даже вот на этом уровне, который на сегодня просто допустить нельзя.